Сколько нужно пить воды утром? Нельзя пить 1-2 стакана воды утром всем. Здравствуйте! Рекомендация для всех пить 1 или 2 стакана воды утром – это как носить семейные трусы одного размера всей семьей. Бабушки и дедушки могут от такой рекомендации умереть. Взрослому папе явно маловато. Для маленького сынишки она превращается в семейные штаны, а для дочки – в сарафан. Определить вашу индивидуальную потребность в воде легко. Взвешивайтесь вечером перед сном и утром после опорожнения мочевого пузыря. К этой цифре, если у вас оформленные выделения из кишечника, добавляете 100. Если не оформлены, значит у вас хронический панкреатит. И взвешивайтесь еще раз после опорожнения кишечника, добавляете половину этой цифры. А вот как правильно употребить эту воду, вы узнаете в следующем видео на моем инстаграм. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой инстаграм.